Так, что достаем? У меня есть помпа и пистолеты. Хорош. Помповый все-таки ж помог. Там еще один этаж есть. Ну фиг знает. Так, где мой помповый? А где он, ёпта? Короче, мне легче вот так сделать, честное слово. Так, ну тут я походу все. Ух ты ж, ё. Я что, его слил? Не, живой. Нет, 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 нет. Хоп. Тихо. Хруш. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, ладно, это понятно. Я не пойму, тут есть кто-то в этом зале или нет. Там еще одна, кстати, дверь. Нет, больше никого не вижу. Тут еще какая-то комната. Здрасте. А, мы можем просто эту комнату обойти и все. Так, подожди, тут никого. Там еще одна дверь какая-то, и вот там еще какой-то проход. Ну, вроде все. Фиг знает, мне надо вперед идти, что в бок вообще, там еще, кстати, какая-то комната. Вот там еще мужики. Все присоединятся. Не, ну здесь помповая, кстати, больше рабочая тема. Ты куда бегаешь? Придурок, что ли? У тебя пистолет. Тут средняя комната. Ты че? Ну ладно, здесь большая вообще пипец комната, но я имею в виду для пистолета это норм. Куда ты бегишь? Не понимаю. Сэм? Где ты сама увидел? Блин, там один. Ебать. Ой-ой-ой. Кто? Когда вы успели? Че, минутку. Так, народ, смотрите, что я нашел. Я пока к самому не иду. Вот тут есть еще одна лестница. И я там, походу. И потом еще за. Чувак с Томпсоном бегит. Я вам не дебил идти чувака с Томпсоном против него. Нет, 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 заново, пиздец, в году бы ты издеваешься. Так. О, аптечка. Пизда. Так, все, рано за чуваки кинули. Берем аптечку. Хорош, 72. О, щам шумиху наведем. Понятно, что мы сейчас вот так будем смотреть всю эту тему. Без понятия, кто там может быть. Вон, видел. Минус один. Тихо, тихо. Идем дальше. Тихо, тихо, тихо. Там с другой стороны был ход.
Это что, прикрываться, чё что? Ниже нифига. Подожди, тут я никого и нема. Открыть дверь. Открыть дверь. Тут дверь не открывается. Ну, допустим. Тут вообще ничего не открывается. Окей. Ну мы, смотри, 72 хп. А, вот же где второй ход был. Ну, погнали. Нет. Я эти не очищал, где кресла. Поэтому сейчас идем туда. То есть вот эти комнаты. Да не та. Не та комната. Не та комнатка немножко, потому что я помню другую ощущал. Тут, кстати, одна открытая, но она, блядь, какая-то сломанная. Походу, нам все равно придется с другой стороны как-то заходить. Да. Ну ладно, нам чинить все равно. Блядь, ладно, я уже круг сделал, все успел. Ну, погнали тогда через ту комнату. Какая уже разница? Да смотрите, если я начну стрелять, можно вообще насрать. Но я ему урон при этом не наношу. То есть я как-то по скрипту не прохожу. Подожди, а где эта комната была, которую я уже открыл? Тоже не то. А где она? Сейчас найдем, не очкуем. О, вот она. Серьезно? Здесь серьезно? Я без понятия, что сказать, но ну, окей, пойдем через Сэма тогда. То есть тут вот. О, Томсон валяется. Чего его не подмирал? Если вот зайду, мне будет это стрелять? Да они все зависли как-то. Вон, через них можно аж пройти. Чувак, ты тоже завис? Видишь, их даже убить нельзя. Баги. Здесь вообще не открывается. Допустим. Они должны, по сути, наверное, когда мы откроем дверь какую-то определенную. Чуть не все забагались. Алло. Не понял. Какая хрена. О, ляет, стреляет. Он минус один раз баганый. Видишь, я бы уже давно убил его. Ну, смотрите, один раз багался. Окей. Мы его нашли. Так, вы стрелять будете? Нет, они тоже зависли. Нормальный ход. Один раз вис, ну. А, это опять я у Сэма. Блин, ладно, я постараюсь. Без понятия, надо что мне сделать. Где-то, блядь, уровень заново начинать, что еще поделаешь. Ну все, они зависли. Друзья, что там находится?
Так, я на базе, я на базе, все. Ну, подходим. Сколько там еще осталось? Ну, там еще один с помповым. Так, чувак, ты, ну все, я там всех убил. Иди нахуй. Не тратьте мои хп, мне их так их не особо много. Нет, тут никого. А я не помню, тут один только чувак был. Просто я плохо помню. Так, тут тоже никого. Дальше кто-то, возможно, и будет. В смысле? Кто? Там кто-то есть? Я никого не... А, ну вот. А он с обрезом? Серьезно? Там еще один должен быть, подожди. Там двое. Это я помню. Блять, в смысле? Во-во-во! А я же говорю, что у вас двое, что вы не умрете. Так, тут-то я не помню. Откуда? 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 О, мне картинку, конечно, в этом ситуации жалко, она, наверное, дорогущая, пиздец. Не, ну все, 11 хп. Фиг знает, справлюсь или нет. Мне же, чтобы враг сам подошел. Либо как-то боком встал. О, прям идеалити. Подожди, а кого я убил? Сам не был, сам был в таком же черном костюмчике просто. Хорош. Так. А, он мог, кстати, сбежать. Вот тут кто-то, помню, был еще. С этой стороны. Более с этой. О, я же говорил, еще кто-то тут был. Все, а кто сам убежал? Тут-то я не помню. Да и нету тут никого. А, окей, а где Сэм? Он мог на второй этаж, кстати, сбежать. Легко и просто. Ну, я так думаю. Второй этаж я уже очистить успел. Да, вон дверь открыта. Вот я не знаю, там есть кто-то? Где-то в театре, на театре, да? Ой, бля, или это я открыл? Не, подожди, я не мог открыть. Нет. А с той стороны? Вот тут, кстати, я ничего не открывал. И нема тут никого. Тут никого нема. Бежим, бежим, бежим. Стоять. И чё, и куда? Ладно, прибегу сюда. А, это, блядь. Подожди. Ладно, давай сначала мы боковые части посмотрим. На всякий запасной. А куда идти? Тут вроде никого. Вот я и нашел дверь. А, она не открывается. Ну, короче, я не нашел. Так, подожди минутку. О! О, мой, кстати. Осторожно, там Сэм. А, на соло. Своих партнеров. Может быть, тебе стоит сменить сторону? Это еще не конец, Том. Тру. Нашел, бля. Че, дурак, скальтон на Томпса найти.
Так скажем, Сальери тоже надул тебя. О чем ты говоришь? Нас почти прикончили из-за этих идиотских сигар. Сальери знал, что работа рискованна. В этих сигарах были спрятаны бриллианты. Он не хотел делиться с нами. Именно поэтому Поле хочет взорвать банк, так как он понял, как Сальери нас обворовывает. Он рассказал мне об этих бриллиантах, Том. Он точно хотел, чтобы никто не знал, где они, пока не продаст их. Кроме того, бриллианты ничего не значат по сравнению с тем, что он не убил Фрэнк. Вот. Он нарушил Амерту. Что? Что еще хуже? Том, откуда ты знаешь, что я не убивал Фрэнки? Ты можешь оправдываться перед каким-нибудь другим. Кстати, реально, откуда он знает? Ты слишком человечен. Она вернулась в город, и мы случайно нашли ее. Кого? Черт побери. Том, ты знаешь, тебе нельзя верить женщине. Я могу понять, что нелегко убить лучшую подругу своей жены. А, я должен был сделать это за тебя. Она умоляла меня и плакала. И мы поняли, что мы не можем полагаться на тебя, поэтому мы немного проверили и выяснили насчет Фрэнка. Сэм, ты действительно думаешь, что так и все и подошло к концу? У нас еще есть один шанс. Теперь нет пути назад, Том. Прости. А можно мне сохранялочку, пожалуйста? О, Фэн. Ой, Фэн. Сэм. Ну, я думаю, он же один будет, Сэм. Да, блядь, это же язычный квест. Просто чувака убить. Подожди минутку. Прям минутку. А я не буду это 10 тысяч раз переслушивать. Хуя, он там, ты жесткий. Так, бля, подожди. Тут так просто не получится его грохнуть. С первого раза. Надо что-то придумать. Какой-нибудь хитрожопый план. Он на месте всегда стоит? Я его не вижу. И он тоже бегает. А, вон он. А где он? Ну, а вон он. Тяжело будет. Нельзя как-то полегче убить. Просто если его убивать, это, ну, конечно, это дело. Блин, он же тоже бегает. Блин, а это нереально тяжело. Ладно. Народ, а я нашел, короче, способ на изи это все пройти. Вот я вот. У меня вот 11 было же хп, я ни одну не потратил. А по нему уже раза 4, наверное, уже попал. Вот так вот. Смотри. Оп-оп. Собака попала. Как? Он там стена ему мешала. Короче, смотрите. Сейчас показываю. Берем. Извиняюсь. Вот так. Встаем. А где он? Где, а где он? А, вот он. И, короче, смотри, он тупо стреляет, а мы часа в пацанах остаемся. Не, он, если он не стреляет в какое-то определенное время, чуть поближе. Опа. Чувак, это ты зря. Так, вот так, чуть подальше, чуть поближе. Короче, да, цель, чтобы он так чисто фигачил. Он там потом, пока будет перезаряжаться, мы в него потом стреляем. Давай. Вот, видите, он перезаряжается, мы у него какую-то обойму стреляем. Бля, спрятался. Блин, плохо, если он спрятался. Вот я в таких ситуациях немножко недоразмыслил. Можешь, конечно, попробовать как-то что-то сделать, но хрен его знает. Ой, вон он. А, он перешел на другую сторону.
А, тут он, типа, был. Я его увидел, но, блин, мне неудобно, мне с такой, я буду с этой стороны. Он стоял? Не, нифига. Не, чувак, я не такой тупой. Кто он смотрит? Он в эту сторону смотрит. Окей. Не, я не так сильно рисковый этот парень. У меня один его выстрел, это ж пипец. О, он, блядь, боку смотрит. Собака. Куда ты ушел? Вон он. Бегать тут и сюда, тут и сюда. Ё-моё. Он, кстати, вот тут был. А тут, а где он? Бля, он за стенкой. Хреново. Я туда не добегу. На ту сторону. Давай отворачивайся. Хруш. Все, попал. И куда он побежал на этот раз? Сюда, туда, туда. Ох, и отстаньте от меня. Бля, я его не вижу. Это плохо. Ты где? Его не вижу. Алло. Если я не вижу, это не значит, если хорошо. А вон он, вон он, вон он. Хорош. Нашли. Ну-ну-ну. Давай стреляй. Ой-ой-ой-ой-ой, коцнул, коцнул собака. Как у него хп? Это же жесть какая-то. Своего количества хп. Давай стреляй. Стреляй, стреляй. Стреляй давай. Как у него хп реально. У меня уже сейчас на этот Томпсон уже патроны закончились. А он еще живой. Не, кажется, я другое оружие возьму. Да не, не помповый. Давайте какую, ну, кольт возьмем какую-нибудь. Так, я заряжусь. Угу. Давай, давай, давай. Давай, стреляй. Слушай, это кольт, это больше на револьвер похоже. Ну, стреляй. Ути хорошенький. Бля. Шанс такой проебать успел. Нет, другой мне. Вот. О, вот этот кольт мне надо был. В сторону пошел. Что самое интересное, его как-то не особо-то и видно этого чувака. С этого Сэма. Ну и где ты? Ну а где мне его искать? Вот это его, кстати, место. Он диабольно потратил, серьезно. Что-то мне казалось больше.
Бля, я его не вижу. Это меня напрягает. Пипец. Тут еще он был. Он Томпсон бросил? Ай, блядь, подожди, это я бросил. А где он? Где кровь? Ах ты собака такая. Бля, подожди, зачем я пере... Блин, ненавижу здесь механику перезарядки, она какая-то тупая. Тубугу ногою. Ладно, понял. Все, все, я сама убил. Хорош. Да ладно, это, кстати, заняло меня около 2 часов, вся эта тема. Но я его смог убить. Хорош. Проклятие. Эй, это снова такая же ситуация. И снова ты не можешь решиться. Стреляй, стреляй, Тауми. За поле давай. Черт побери. Стреляй, стреляй. Давай, 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 Томми, убивай его. Давай, стреляй, стреляй. Стреляй. Хорош. Ты, но они все равно достанут тебя. Сальери, он найдет тебя. Ты крыса. Ты опасен, Том. И Поле мертв. За Поле мочи. Никогда не был уверен, что ты не простишь его смерть. Тебе придется прятаться, как изгою. И в один день они достанут тебя. Так же, как Фрэнка. Твари. Так же. Фрэнк был единственным другом дома. Слушай, не стоит даже фильма. Томми, приходит такое дело, согласен. Кровавые деньги, знаете, есть такая. Да, подожди, эпилог. Окей. Так как это снова ты. Ты уничтожил коллекционные картины с моим сынском. Я не собирался это делать, но как-то так вышло. Что было дальше? Я быстро выбрался оттуда. Страха не было. Я был в опасности, но я справился. Я забрал жену и дочь и немедленно покинул страну. Сэм был прав, если они решили найти Фрэнка в Европе, и это сейчас почти 5 лет после того, как он исчез, то они не посмотрели мне так просто смешать после того, как я предал их. Ты можешь рассказать все, что сейчас сказал мне перед судом, и дать показания против всех этих людей. Ты не думаешь, что ситуация станет для тебя немного хуже? Кто-то было не сейчас сделать, и это не пытается, это что-то вроде государственной измены. Если эти люди попадут в тюрьму или еще лучше на эшафот, они не смогут отпустить меня. По крайней мере, это не так легко, как если бы они не... Его санитцы вы обеспечили нашу защиту, и после суда новая личность для меня, моей жены и моей дочери. Если мы сумеем засадить их.
Это будет самая большая битва, которую только видел этот суд. Это интересное предложение. Я не знаю, не знаю, сам помогать ли кому-нибудь вратить тебя, но я думаю, что результаты этого стоят. Я думаю, мы поможем тебе. Суд Ганстрок. Кто будет следующий? Бану Селея привез за решетку. Понял, вынесу приговор. Электрический стул киллера Сальери. Все шло как надо, сам свет. Я сидел в своей каморке, писал показания против всех людей, с которыми я работал. Людей, которых считал друзьями более 10 лет. Дело было огромное, я вызвал шок в суде. Талей потерял голову, хотя некоторые из его бандитов всего лишь потеряли работу. Наименьший приговор равняли 8 годов. Я все время проводил в закрытой комнате всех вместе без посетителей. Я очень долго не виделся с Сарой, с моей маленькой дочерью. В конце концов, она того стоила. Но он дал мне новые личности и перевез на другой конец США. Я работал на солидную компанию. Мы начали совершенно новую жизнь. Этот мир был первой войной, и нам пережили ее. Это он старый? О, машина подъезжает. Подождите, это не тот момент в ремейке случайно? И сейчас я тебе скажу привет с Сальери. Я где-то в Ютубе этот момент видел. Только в ремейке виде. Да-да-да, это он, походу. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери шлет вам привет. Я что-то так и думал. Я этот момент в Ютубе видел. Не имею некоторых причин закона, некоторые нет. Это зависит от каждого человека, каков будет его мир и как его сотворит. Где я попробую не могу. Чтобы никто не учит твою жизнь в ад. Это не так просто, как рассказ в средней школе. Это не помню, что... Задержался. Не все. А где жена? Должна была побежать. Или ее здесь не было? Это ваша жизнь, но в конце мы были не хуже, чем все остальные люди. Ты знаешь, я думаю, можно придерживаться равновесия. Ну да, равновесие — это верное слово. Так как парень, у которого хочет слишком много ресурсов, то я потеряю абсолютно все. Конечно, парень, у которого хочет жить слишком малого, может вообще ничего не получить. Конец. Это да, это конец. Открыта новая опция гонки без правил. Нахер надо? Открыта гонка без правил экстрим. Нахер надо? Короче, авто. Ну все, народ, всем удачи, всем пока.